В Институте управления экономики и финансов проходит заключительный этап ежегодного конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского федерального университета, где участники смогли выступить со своими работами, получить конструктивную критику, а также задать свои вопросы членам жюри. Он проводится по трем направлениям – естественно-научному, инженерно-техническому и социально-гуманитарному. Комиссия оценивает не только результаты научно-исследовательской деятельности, но и умение представлять их аудитории, проявляя все полученные навыки коммуникации. Кроме того, важной составляющей результата является последовательность и ясность изложения, грамматический уровень работы, качество оформления, презентабельность и степень владения материалом. Мы этот конкурс проводим ежегодный в три этапа. Первый этап у нас проходит в стенах самих институтов, там создается комиссия, и эти работы приходят уже к нам на второй этап, на комиссию, на экспертизу членов жюри. Основной целью конкурса можно смело назвать стимулирование талантливых студентов Казанского федерального университета к участию в научных мероприятиях, проводимых вузом. Это отличная возможность для обучающихся подтянуть свои навыки в области публичных выступлений, преодолеть страхи сцены и получить необходимые знания для продолжения своих научных исследований. По результатам третьего этапа будут определены победители конкурса сразу по трем направлениям. Студенты должны достойно презентовать свои работы. В этом-то, в общем-то, и заключается, наверное, одна из целей этого конкурса – выявление вот этой вот талантливой молодежи, одаренной молодежи. И в том числе этот конкурс учит наших ребят выступать. Организатором конкурса выступило Управление научно-исследовательской деятельности Казанского федерального университета. В прошлом году участниками стали 900 студентов вуза, однако только 51 работа прошла в финальный этап. Это значит, что только лучшие работы смогут пройти в финал и наградить своих авторов бесценным опытом. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.